Добрый день. Сейчас много говорят о вреде дезодорантов, особенно для женщин. Применять их каждый день небезопасно для груди. Вот я и стала искать им замену. И нашла. Это жжёные квасцы. Натуральные эффективные средства от пота, даже более эффективны многих брендовых средств. Он представляет из себя порошок белого цвета, как тальк. Без запаха. Это продукт переработки природного минерала, квасцовый минерал. Используется на протяжении более уже 5 веков. Стоит в районе 100 рублей. Я покупала в аптеке «Старый лекарь». В аптеке 36,6 их не продают. Результат никакого запаха. Единственный минус – это неудобство нанесения. Но здоровье дороже.